Hey, boss, can I... Freaking VZ's running amok. Опять люди нападают на машину. Ого, красная шныряет. Заколбасила его. Вызываем лодку. Вечно ты рассчитываешь, что я примчу себя спасать твою задницу. Ну, все, осталось перепоть и... И тюдюн. Намечаем маршрут. Ты рядом с домом, захваченным венесуэльцами.
А по воде он-то не показывает, куда ехать, только по земле. Эти острова под контролем местных пиратов. У них вполне можно брать задания и разживаться необходимыми вещами. Дабл с оружием один пистолет, а пулемет не поворачивается. Ну, чувак, подойди ближе, а? Еще чуть-чуть. Фигня, не получилось. Еще и лодку мою взорвал. Ладно, попытаемся с пукалки. Первый готов, нужно мне его оружие. Одни ракетницы летают. Трататулик трататум. Со всех сторон эти ракеты, ё-моё. Жизни моей жизни, восстанавливайтесь быстрее. Опаньки, аптечечка. РПГ всегда пригодится. Собираем на всякий случай боеприпасы, мало ли что может быть тут. Ну все, вперед из песни. Эй! Эй! Чего тебе? Я ищу летчика-истребителя. Миша? Миша, летчик-истребителя? Я летчик. Ты? А кто тогда Миша? Я летчик. Это я. Миша, это я. Я летаю на истребителях. Ты умеешь водить самолет? Да, именно. Я летчик. Я летаю на истребителях. В любых условиях, по всему миру. У меня и самолет свой. Ага, ладно. Протрезвеешь, позвони. Я не трезвею. Значит, не трезвеешь? Ха, посмотри на это корыто. Разве на нем можно летать трезвым? Как так вышло, что ты здесь застрял? Почему не работаешь на Universal Petroleum? Или я работал на Венесуэнзе. Венесуэльцев? Венезун, Венвес, венесуэльцы! Короче, на местных, но я допустил один промах. Промах? Маленький промах. Не туда бомбу сбросил. Хех, большую бомбу. Ладно, увидимся. Нет-нет, подожди, я не виноват. Это все лейтенант дал мне левые координаты. Я сбросил бомбу куда надо. Оказалось, что туда не надо. А этот мужик хотел меня кинуть. Ну, пришли власти, то все. Но я им и покажи ту бумажку с координатами. Ага. Так они наорали на лейтенанта, а они на меня. Вот я и застрял тут. Лейтенант хочет тебя убить?
Да, он хочет меня убить. Но эти ямайцы сущие психи, с ними никто не связывается. А здесь я в безопасности. Со мной ты будешь в безопасности. Ха, ну хорошо, давай так. Я вытаскиваю тебя из этой задницы. Разбирайся с твоей проблемой, а ты поработаешь на меня. Может быть, даже выгорит. Чего? Ну и где он? Лейтенант в бункере. Ты знаешь, где находится бункер? Знаю. Значит, нужна бетонобойная бомба. Откуда она у меня? С этого я и начала. С чего с этого? Я говорю, что достану тебе бетонобойку. Ха, отлично. Ты достанешь эту штуку и укажешь мне, куда ее сбросить. Ага, и я ее сброшу, и все будет зашибись. Лазерным целеуклонителем? Ага, без нее в цель не попасть. То есть, я пришибу этого твоего венесуэльца, и после этого ты согласишься со мной работать, так? Угу, все просто. Решить проблему Миши, устранить охотящегося за ним лейтенанта. Принимаем условия и погнали. Нет, то есть да, по рукам. Это стоит того, чтобы увидеть в деле пьяного летчика. Я слушаю армейские частоты венесуэльцев и, кажется, знаю, где прячется твоя цель. Она в бункере, так что потребуется бетонобойная бомба. Такие есть на одной из венесуэльских баз. Это займет не больше минуты. Это недалеко. Возьми водный мотоцикл. Заодно прокатишься с ветерком. Ну, одно радует, на меня больше не нападают. Поотбираю на всякий случай боеприпасы. Заполучить бетонобойные бомбы. Ставим. Путеводитель наш. Боеприпасов много не бывает. Садимся на водный дрендулет и погнали. Я думал, мы уже застряли. Как всегда, наш маячок показывает, куда попало. Получается, я вообще не в ту сторону еду.
И вот мы добрались, и нас чуть не подорвали. Подави сопротивление и сможешь вытащить бетонобойные бомбы. Что б я делал без РПГ, а? Короче, надо захватить танк. Все равно он мне нормально жить не даст. Ё-моё, кнопки перепутал. Да что ж такое? Еще придется заново проходить. Ну все, теперь у меня есть танк, теперь веселее. Надо аккуратно заезжать, а то еще бомбанут. Нужно вывести зенитку из строя, иначе Эйвен не сможет забрать боеприпасы. Побочный ущерб? Я что там, гражданского зацепил или что? Ё-моё, у танка боеприпасы закончились. Старайся не вступать в перестрелку рядом с бетонобойными бомбами. Они могут сдетонировать. Ага, залез в танк. А в танке-то нету больше снарядов. Ну да, я танку ничего не могу сделать, и он мне. Эйвен, не хочешь быстренько подзаработать? Понял, на подходе.
Первая бомба пошла. Вторая бомба пошла. А третью я где-то пропустил. Опаньки, земля, воздух. А ну, танк, иди сюда. Вот это вот красота. Жаль, патронов больше нет. Ага, вот и последнее. Осталось только дождаться, пока ее заберут. Теперь у тебя есть бетонобойные бомбы, и ты можешь разрушить бункер. И на этом мы сделаем паузу, продолжим позже. Пользуясь случаем, подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Заходите на мой второй канал, там блоги, влоги, пародии и много чего интересного. Всем бобра!